сад радости, Юнь. Прямо в лабиринте кривых улочек старого Шанхая спрятан объект, являющийся предметом гордости всех китайцев. Это сад радости, в котором есть не только разнородные зеленые насаждения, но и другие объекты, заслуживающие внимания. К примеру, это фрукт лотоса, красота которого раскрывается в утренние часы. А прямо посередине него расположен павильон, созданный по всем канонам фэншуй, равно как и все, что находится вокруг. Открытый сад соседствует с закрытым, который по доброй китайской традиции обнесен мощной стеной. Если информация оказалась полезной, ставьте лайки и подписывайтесь на нашу страницу.